сегодня, и вот от них устали. И тем не менее, если говорить о подвижничестве, наша библиотека всегда была, конечно, объектом особого внимания. Мы относимся и первой строкой стоим среди объектов особого национального достояния России. Вот. Другое дело, что сложности финансово-экономического положения в стране сегодня, они не позволяют должным образом содержать и развивать, в том числе и уникальные объекты. И Ленинка в данном случае не исключение. It is the biggest library and in the other countries. Even a small library, they have such equipment. So it's easy and quickly to find the books and the journals. Yeah. Mm-hmm.